Доброе утро всем. Купил недавно кевларовую перчатку, ну непрорезаемая, и мегабас канату. Сегодня все это мне понадобилось. Каната аюшный цвет, натурал. Она сегодня сработала, и перчатка сейчас понадобится. Покажу сейчас первую, ну первую достойную после нерестовую щуку. Вернее, даже две. Вот такую. И вот такую. Такую красотку. Каната работала на равномерной проводке. Все очень просто и понятно. Мегабасовская, натуральная. И вот такие после нерестовые красотки. Вот на этом мой короткий отчет о сегодняшней рыбалке закончен. Всем пока!